И еще важная информация. Телефонные мошенники стали совсем бесстрашными. Теперь они атакуют напрямую с телефона доверия Следственного комитета Российской Федерации. Подключившись к официальной электронной платформе, злоумышленники представляются сотрудниками Следственного комитета и предупреждают абонентов, что их денежные средства на банковской карте могут быть заблокированы и предлагают перечислить их на другой, безопасный счет. Таким образом, аферисты уже завладели денежными средствами на сумму более 1 000 000 рублей. – В числе пострадавших – жители Мытищ, Люберец и Павловского Посада. Лица, предлагающие направить денежные средства на счет тем или иным способом, не являются сотрудниками Следственного комитета, либо других органов власти Российской Федерации. Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, являются недопустимыми и незаконными. Эти факты являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать правоохранительные органы. Жители Мытищ призывают к осторожности, в особенности пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами мошенников. О всех противоправных действиях необходимо тут же сообщать в полицию.